сигнал о возгорании поступил на пульт 01 в 9:23. Загорелся тягач в грузовом порту в Борках. Почему произошел пожар, пока устанавливают. Огнем повреждено 60 квадратных метров. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1978 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 16 человек личного состава государственной противопожарной службы и 4 пожарных автомобиля. Мужчину сразу же доставили в ожоговый центр областной клинической больницы. Как сообщили медики, у него ожог 2-3 степени, пострадало лицо, верхние и нижние конечности. Состояние его на момент поступления в настоящее время удовлетворительное. Непосредственных угроз жизни никаких у пациента нет. Получает полноценную общую местную терапию согласно протоколам лечения обожженных пациентов. Находится он в палате. Как заверили врачи, пациент поправится. Горевший тягач до сих пор находится в грузовом порту. Можно ли его восстановить, неизвестно, но на борту были замечены люди. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».